И всем привет! Вы на канале Ведро Ид Гейминг, меня зовут Александр, и сегодня мы продолжаем играть в топовые корабли Modern Warships, и как вы заметили мышку на экране, вышел ПК-билд, пока что только в альфа-тест, но если вы отправляли заявку, бегите быстрее на почту, возможно, письмо счастья уже прилетело, и можно будет вместе со мной принять в этом деле участие. По изменениям я толком ничего не заметил, картиночка такая же, как на телефоне, ну естественно управление переделано под клавомышь, боевой интерфейс немного перелопаченный, но самое главное, лагов и просадочек теперь не чувствуется совсем, и это очень-очень хорошо. Что сегодня будем делать? Кататься вот на этом вот красавчике с очень длинным названием, Paolo Theon de Revel. По характеристикам он имеет 136,5 тысяч прочности и 26,5 узлов. Если посмотреть на каких-нибудь китайцев, то даже они нас жирнее, то есть корабль у нас не особо прочный. Если глянуть на немца, то становится совсем грустно. Но зато у нас есть хорошая скорость, то есть мы такие быстрые, маневренные, но не особо прочные. По модулям, что у нас есть? Одна ракетка, две пушки, две торпеды, вертолет, две автопушки и залоченный слот ПВО. Сегодня мы его обязательно протестим. А по рекомендациям, вот что я сюда бы поставил. Ракетку у нас одиночный слот, так что лучше воткнуть что-нибудь парное. Допустим, сиджишки, корейцы, либо базальты. Пушки два слота — это очень хорошо, можно поставить что-нибудь дамажное и ломать просто всем лица, но я ставлю миларки, потому что у нее есть автонаводочка и стрельба по авиации, большего мне ничего и не надо. Торпедос у нас двойной слот, это тоже очень хорошо, если вы любите ближний бой, можно поставить хувсы, хотя какой ближний бой с нашей прочностью, я, наверное, мушки все-таки бы оставил, они вылетают по две штучки, и в сумме получается урон довольно-таки неплохой. Вертолет по умолчанию стоит Суперлинкс, мне он почему-то не особо нравится, я бы воткнул сюда какого-нибудь Осприка, чтобы он тоже пытался сбивать ракеты и работать по авиации, но вы ставьте что вашей душе угодно, хоть рейдера, если он у вас есть. Ну и автопухи, двойной слот — дело такое, особого профита от них не ждите, так что просто их пропускаем. Вот такие вот у меня получились рекомендации на этого красавчика, вы свои сборочки обязательно пишите в комментариях, хэштеги писать уже не надо, потому что видосов вышло много, а призов меньше, чем обычно, как-то так. Но мы в каноничной сборке на этом крутом корабле сейчас прокатимся в рандомчике на ПК-билде. Поехали! Итак, ребятки, каменистые пики, сразу прошу прощения за звук, потому что я ни черта не смог настроить, как получится, так получится. Кстати, мне говорили, что на этой карте немного подлагивает. Куда здесь плыть-то надо? Со всеми поплывем или немножечко в сторону? Против нас есть авианосец, очень здорово, а у нас его нету, так что будем светить. Кстати, вот смотрите, уже самолетики летят, очень быстро продвигаются, смотрите, по карте. Прям молниеносно, сейчас попробуем кого-нибудь вырубить с наших миниганов. Ну, фига два, мы по ним попадем. Ну, с третьей не попадаем. Так, как переключиться М, по-моему, клавиша? М-клавиша. Меня уже прессуют. Здорово, мужики. Я не привык к управлению. Это, кстати, Томкэты, между прочим. Получайте по жопе, замечательно. Все хорошо. А это кто стреляет? У нас еще какой-то авианосец есть? Или это истребители по вертолетам работают? Ну, как-то так, можно на мышку приблизить, клавиши, циферки, мы переключаем пушки. Но самое главное, можно зажать кнопку стрельбы, стрелять постоянно, тем более миларочки всегда попадают в цель, и просто спекаться. Не по этим клавишам, блин, я опять перепутал. Да, придется сложно, первый бой, но я думаю, мы привыкнем. Так, Джон, а кстати, давайте посмотрим составы. Все живые, замечательно, Джон Самоэль какой-то, тоже на таком же, как я, хорошо. Здорово, мужик. Не успеем захватиться. Ну, карта довольно специфичная. Кстати, надо еще привыкнуть QFE нажимать. Ёпарасоте. Ну, QE близко находится, хорошо. Так, кто-то уже начинает стреляться. Ну, погнали, ближний бой. Расчехляем свои нехуфсики. Получаем максимум профита. Вертолет у меня, кстати, живой. Ой-ой-ой, ПВОки уже начинают работать. У них там 4 или сколько километров. Просто нажимаем на кнопки. Держа зажатую мышку, и все летит в цель. Ну это ли не прекрасно? Вон, кстати, уже эти парни плывут. Летят, точнее. Вы что тут делаете? Идите нафиг. Сейчас будут заходить. А это что за камикадзе тут у нас вышел? Очень странный бой. Пацаны, пацаны, пацаны. Где мой жизнь? Непривычный интерфейс. Получайте по жопе. Вертолет еще поливает. Но от ПВО от наших они не уйдут, конечно. Давай вперед. Ай, по мне, кстати, стреляет, по-моему, нет? Здорово, мужик. Давай пообщаемся. Непривычный интерфейс. Все залетает хорошо.
Блин, я починку включил вместо поворота, бывает. 116 тысяч только надамажили. Я как котенок потерянный. Мне надо привыкать, конечно. Полный вперед, блин. Давай, выходи на угол атаки. Сейчас миларки будут работать. Вперед. Ракеты, торпеды, все в цель. Нет, мы здесь остановимся. Немного неудобно кайтиться. Будет. Бризик, здорово. Ты хочешь нашего убить, что ли? Да, извините за звук клавиш. Я не знаю, как его регулировать. Его будет очень слышно. Если есть какие-то секреты по записи видосов с компа, то приму к сведению, как говорится. Вертолет мой обижает, слушайте. Миларкин нельзя, чтобы вообще останавливались. Надо, чтобы всегда стреляли. 306 тысяч, хорошо. Так, кто еще есть? Ну мы, блин, целые. Пойдемте охотиться за авианосцем тогда. Я вижу его на радаре. Опять эти самолеты не меня душат. Ну и ладно, давайте наведемся. Полное сведение. Получай по жопке. Ну тут без шансов. Мы все кучкой стоим. Главное кучкой стоять, тогда все будет хорошо. Минус. Квестики мне еще на самолеты, по-моему, были. Хорошо. Go for carrier right now. Погнали. Я понимаю, я англичанин. А то нас сейчас он задушит, ага. Ну, блин, непривычно. С телефона я бы, наверное, все-таки немножечко пограмотнее поступал. Не следишь за ракетами. Не видишь ловушки. Экран здоровый, глаза разбегаются. Ну, блин, прикольно, не лагает. Ёпрасоты, 59 FPS. Мне говорили, что на этой карте немного подлагивает. Вертолет мы потеряли, кстати. Хорошо. Погнали в погоню. Блин, охота теперь на самолетах полетать. Но надо этот корабль добить. Пока я не знаю, что сказать про корабль. Он плавает и стреляет, и все, да. Вон, кстати. Ну, прикольно, что два слота пушек есть. Это самое главное. Потому что самое главное вооружение в кораблях — это все-таки пушки. Ракеты сбиваются, торпеды тоже. Долго плывут. А пушки есть всегда. Нифига ты крутой парень. Сейчас мы выйдем. Вас двое осталось. Но он быстрый, блин. Ну, мы тоже немедленные. 25 узлов, давай вперед. Кто-то упал. Так, ракеты давайте вот так вот. Блин, это не те ловухи. Не успел. Или успел, пофиг. Можно не целиться. Работаем. Смотрите, караван торпед заходит. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Он еще на таран, походу, пошел. Блин, я сейчас врежусь. Замечательно. А мы, кстати, троих убили. Нифига себе, жесть. Так, это кто? А вот эрбух, кстати, у нас нету. Это печально. Давайте в хвост их немного постреляем. Капли такие еще здоровые, непривычные. Давай, обижай его. Попадем, нет? Давай, ну все, минус, 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 минус. Замечательно, одного сбили. Как будто задержка какая-то есть. Парень немного подумал, потом решил упасть. Хорошо. Так, а мы, кстати, это, уже коцаны. Так, где у меня хилка? Е, надо выучить. От торпеды сейчас легкой походкой уйдем. Тем более, от торпеды Осприка. Вот так вот просто заворачиваем и все. Все, можно работать. Но, блин, до Нимца наша одна ракета, конечно, не долетит никогда в жизни. Сейчас будет перехватываться. Если сзади залетело, что ли, лечили, мне показалось. В принципе, пофиг. Главное, чтобы миларка не замолкала. Никогда заворачивай, блин, пропустил. Много урона. Надо еще похилиться. Ну и, в принципе, все. Я не привык к управлению, но было весело. Сколько мы тысяч надамажили? Сколько нам сейчас пирогов дадут? 860. Еще и фрегаты сегодня. Просто повезло. Замечательно. Давайте еще один бой сыграем. Ох, замечательная карта, на которой я все время сливаюсь. Так, давайте посмотрим состав быстренько. Все живые, очень хорошо. Есть авианосец, но я ему не доверяю. Он 14 левела. Нет, смотрите, полетел светить. Молодец. Но мы к нему поплывем. Так, подождите, он... Рейзер и Рейден. Stay together. Will scout and get и low. Хорошо, get low. Пусть будет так. Так, есть уже свет. Не, надо держаться вместе тогда, пацаны. Так, кто у нас тут? Берки, Пантиль, Григорович, точнее, два. По мне уже стреляют. Но я не в засвете, вы что говорите? А давай так вот сделаем. И торпедозы, почему бы нет? Можно его караванить прямо отсюда, он неплохо. Ну, ракеты перехватили, хорошо. Не попадем, далеко сильно, плюс быстро. Фига ты, это что такое? Это свияжка лютует на читах, нет? Кто у нас так стреляет? А чё у меня одна пуха стреляет? Где вторая моя пуха? Она не навелась или чё? Милар, очнись! Одна миларка стреляет. Вот теперь две, почему так?
Угол атаки не тот, что ли? У нас теперь через эти не стреляют пушки? Нет, все хорошо. Она просто спала. Все ничего себе, блин. Зачем я туда плыву? Ой, ракеты с корабля. Так, что сделать? Е нажать надо. Все, я понял. Сейчас спрячемся за остров. Здорово, мужик. Нистово клацаем, как киберкотлеты. Вроде бы во всех пустили. Вот этого надо, пацана, слить. Мы же спрятались. А, кстати, одну ракетку давайте посмотрим, как сбиваем. Блин, глаза разбегаются, конечно. Но мы поливаем, это главное. Блин, торпеды мимо половины ушли. Я хочу посмотреть. Блин, мы еще это таранимся. Ну, сбиваем, хорошо. Сейчас урона набьем, ёпарасоте. Так, меня уже обходят сзади. Какой-то этот. Хитропопый парень. Так, давайте, ПВОхи, две ракеты собьем, нет? Нифига мы не собьем. Давайте отойдем. Но они какие-то слабенькие у него. Я хочу вот этого господина попинать. Такой сумбур, просто жесть. Давай, полный вперед. Прям хвост от гривы меня догоняет. Так, он эти ловухи пустил. Я хочу авианосец разобрать. Чего происходит вообще, как будто не в МВХе? Не надо. Давай быстрее, ловухи, откатывайтесь. Еще хочу. Прям закошмарили пацанчика. Корабль лютый вообще просто. Сейчас с тобой еще поговорим, Григорович. Ракета полетела, красота, блин. Сейчас получит по попке. Так, блин, я путаю. А, кстати, здоровья мало. Ну, прикольно, ты не это, не акцентируешь внимание на здоровье, и тебе вообще не страшно. Просто воюешь, как спартанец последний. Не 300-й, а последний. Давайте так вот сделаем. Жестко, что творится? Надо, наверное, уже вертолет выпускать. Ах ты, парень! Давайте починимся. Я, короче, ловухи прожимал вместо починки. Я понял, почему у меня мало здоровья. Я понял, все хорошо, давай так. Давай-давай, мужик, получай по попке, Григорович. Я знаю, ты классный. О, сейчас залетит. О, как было-то. Ну, минус получается. Лютый корабль, просто жесть. Я сам себе сейчас лайк поставлю в конце. Путаешься по кнопкам, но все равно прикольно. Зато руки не трясутся. Давайте вертолет вызовем. Блин, переключение на новый юнит, что ли? Доверим управление. Давай, расстреливаем, просто же скач. Так, на какую кнопку назад вернуться? На М. А чё так больно? А, вот так вот получается, да? А это кто, Григорович? А чё ты так бухуешь-то, мужик? Ты меня не догонишь? Я же быстрее, а ты не очень. Ловушечки, пожалуйста. Ну просто всех раскидали, 700 тысяч урона. Чё за корабль нам продали? За 3,5, по-моему, миллиона баксов. Ёпарасоте! 940 пирогов! Я сегодня весь день буду на нем, наверное, фармить. Так, кто тут что надамажил? Ну, Тима мечты, Рейзеру поставим лайк. Давайте так. Замечательно. Фу, ребятки, ну я не знаю, что сказать, вы все сами видели. Корабль супер мощный, торпеды дамажат, две пушки, это значит 100% у нас будет много урона. Короче, Пантелеев, можно сказать, на максималках, только без дополнительного фарма. Что касается ПК билда, все стабильно работает, картиночка привычная, лагов нет, все очень хорошо. Управление только нужно привыкнуть, но я не особо часто буду сидеть за компом, так что в принципе пофиг. Что касается видосов, у меня нету нормальных редакторов на компе, так что я сейчас буду весь видос этот переливать сначала на телефон и монтировать. Как обычно, если у вас есть на примете какие-нибудь классные, бесплатные, желательно редакторы видео, в общем, буду благодарен любым советам по видосам с ПК, по звук с ПК, по, возможно, стримам с ПК и так далее. Но так корабль мы посмотрели, даже в моих кривых руках он просто имба, так что берите, не думайте. Ну а пока на этом все, всем спасибо за просмотр, всем пока, играйте в крутые игры, скоро продолжим, пока-пока.